Ребят, всем привет, там я немножко про котлетки с женой поговорил во время записи. Ну, тем интереснее мы будем смотреть. Всем привет, испытание «Чтобы, наверняка». Я покажу, как пройти его, чтобы уничтожить всех фриканов. На серебро пройти можно, на золото я не пытался. Я посмотрел метод у угарного стримера, такой ютубер. Вот, правда, там он проходил его посреди сюжета, и он, конечно, фаршированный шел. Манки, бомбы, напалмы, я выйду налегке. Тут два молотовых, два напалма. В общем, немного чего есть. Поэтому идем потихоря. Поднимаем вот сюда. Сразу сели. Взяли молотов. И кинули. Когда будут первые жертвы. Когда начнет подниматься коэффициент, тогда и будем кидать второй и третий. Get so mad, there's no control to me. My thoughts get so bad, I might grab a bat. I don't know, my wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me fucked up. Let me show you what's up. Enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted. So mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes. I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit. I go crazy when I'm mad. Да ничего, я тут на серебро похожу, ты про котлеты, про свои. Пошел котлеты есть.